Всем привет! Вы на YouTube-канале строительной компании «Навека». И сегодня мы с вами на объекте, это балкон в Крущевке. Мы подробно расскажем про какие работы выполнялись, по сварке, по окнам. И обязательно расскажем про стоимость и сколько это стоит. А теперь пойдемте подробнее все расскажу. Балкон «Крущевка». Первым этапом мы всегда тут выполняем укрепление парапета и сварочные работы. То есть из трубы 60 на 30 мы делаем по всему периметру сварку, привариваем новый парапет к старому парапету, обязательно крепим, проверяем, что он надежный, прочный, и анкеруем в стену. Затем мы делаем обшивку профлистом либо сайдингом снаружи и обязательно все запениваем, чтобы было герметично. Затем на этот парапет уже можно ставить новую конструкцию, но чтобы ее поставить, обязательно мы делаем дозамер, чтобы размеры соответствовали актуальному парапету. На данном этапе здесь еще нет внутренней отделки, и очень удобно снять все скрытые работы и показать, как мы выполняем эти работы. А следующим этапом здесь произведутся внутренние отделочные работы, сделается пол, парапет обошьется панелями и, соответственно, делается утепление и электрика. После сварочных работ мы обязательно красим парапет, чтобы исключить коррозию. И вот в данном случае заказчик попросил сделать вынос на 30 сантиметров, чтобы увеличить место на балконе. При остеклении был выбран профиль КБЕ Клиппинг. Он облегченный, хорошо подходит для балконов. И важный аргумент, он не очень дорогой. В данном случае обязательно при выносе мы делаем однокамерный стеклопакет, чтобы сделать меньшую нагрузку на парапет. И самый ключевой момент – это фурнитура. Фурнитуру я рекомендую всегда выбирать только рота, либо мака. Но в данном случае здесь выбрали рота. Она очень хорошая, надежная, и с ней никогда не бывает проблем. По крыше мы тут сделали ребра жесткости по бокам, треугольные. И, соответственно, также анкируем в стену. Делаем покраску, и обратите внимание, здесь на каждый метр получается идет перекладина. Сверху обшивается также профлистом и запенивается. Михаил, скажите, пожалуйста, как вам выполнены работы, за какой период вам это сделали, ну и, соответственно, пару слов, отзыв о нашей компании. Ну, в целом, результат работы доволен. Вот, хочется особо отметить работу монтажников, которые всю конструкцию монтировали, сварщиков, которые демонтировали старый балкон, ну и, собственно говоря, службу доставки, которая оказалась очень доброжелательной. Вот, собственно говоря, работы выполнены все в течение 2,5 недель, достаточно быстро, на мой взгляд. Вот, компании огромный респект за выполненную работу. Будем обращаться еще. А теперь давайте подведем итог. Общая стоимость выполненных работ составляет 53 тысячи рублей. Эта сумма идет с материалом. Сама сварка, укрепление парапета, выравнивание, крыша вышла на сумму 20 тысяч рублей. Сами конструкции пластиковые вышли на сумму 25 тысяч рублей. Ну и монтаж конструкции вышел на сумму 8 тысяч рублей. И как вы считаете вообще, это адекватная цена за такие выполненные работы и за использованные материалы? Пишите ваши комментарии, ну и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть более новые видео о том, как мы производим работы.